Конец торговли. Невский рынок на проспекте Обухской обороны прекращает свое существование. Правда, временно. Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал освобождать павильоны от остатков продукции, выносить из зданий мебели, инвентарь и прочее оборудование. В конце июня город выиграл арбитраж по взысканию долга и расторжению договора с компанией, главным арендатором площадей. При этом ее представители не согласны с таким решением и подали апелляцию. Они считают задолженности и предъявленные штрафы за просрочку платежей недействительными. Чиновники утверждают, что действуют в рамках закона и собираются привлечь арендаторов к административной ответственности за незаконное занятие земельного участка и помещений. Сами постройки реконструируют и выставят на торги. При этом предназначение зданий не изменится. В них по-прежнему будет размещаться рынок. Fresh in my mind, you and I by the ocean side.